Окрім олімпійського золота 1980 року і великої кількості завойованих медалей інших турнірів, Султан Рахманов є автором двох світових рекордів у ривку. До речі, у 80-х представники книги рекордів Гіннеса нагородили його титулом найсильнішої людини планети. Друзі та колеги по важкоатлетичному цеху Султана Сабуровича говорять і пам'ятають про нього не лише як про видатного спортсмена, але і як про порядну людину. Вшанувати пам'ять почесного громадянина Дніпропетровська організатори заходу запросили учасників українських талант-шоу, співаків, танцівників і акробатів. Неординарное событие в Днепропетровске, вечер Султана Рахманова, человека-легенды, человека, который не только любил спорт и продвигал его, человек, который сделал очень много для молодых спортсменов, человек, который занимался благотворительностью. Не так много таких событий, где собираются в день памяти, говорят о спортсмене, но выступают лучшие художественные коллективы. В этом году ему должно было исполниться 65 лет, поэтому, к сожалению, такая, скажем так, такой вечер памяти как бы печальный, потому что все-таки это и юбилей, но так как человека нет с нами, мы все равно о нем не забываем и каждый год делаем такие концерты. Программа концертная, будут выступать и спортсмены, то есть это будут и гимнасты, это будут и воздушные гимнасты, это будет и вокал, то есть коллективы, детские коллективы, все, кто ежегодно принимают участие, конечно, в этом году очень много новых артистов. За плечима Султана Рахманова три золотих виступи на чемпіонаті світу і нагороди Кубку зірок світу. Найбільше досягнення спортсмена – це олімпійське золото. До речі, під час опитування дніпропетровців про найвідомішого земляка олімпійського чемпіона ім'я Султана Рахманова називали частіше за інших. Это выдающий спортсмен, это гражданин, это человек, который внес особую лепту в развитие спорта. Мы делали несколько раз опрос среди населения, и вот у нас 16 человек, которые стали олимпийскими чемпионами, и вот все называют почему-то только его имя, я не знаю почему, но вот, видимо, он так вот, настолько он колоритен, настолько он заслужен, что вот люди называют среди имен только вот его, Рахманова.